Начнем мы с вас, собственно говоря. Как у вас впечатления сегодня о проведенном дне, о целях, о задачах? Получилось ли? Знаете, мне надо вопросы задавать более с ужинами, по той простой причине, что если я начинаю говорить, то мне очень трудно остановить, вы же это прекрасно понимаете. Это да. Я вам скажу, что я прожил сегодня очень радостный и счастливый день, да, потому что, я общался с элитой архангельского бизнеса, Б. Я говорил с людьми о том, что важно мне и важно им, то есть о деньгах. И я видел стильных, брутальных мужчин, невероятно красивых девушек. И день прошел чудесно. Угу. У нас вопросы из зала будут? Или как? Будут. Да, давайте тогда, может, мы поотвечаем на вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, вот главная цель вашего, да, визита, и достигнута ли она? Понятно, что вы пообщались с бизнес-элитой, но донесли ли вы до них то, что хотели донести изначально? И отклик получили ли или нет? Окей. Знаете, вообще при всем том, что мы употребляем такие слова, как мастер-класс или бизнес-форум, не стоит этому придавать большого значения. Как это ни парадоксально. Потому что человеческая жизнь, она всегда важнее, чем любой мастер-класс. По большому счету, что произошло? Я не хочу, девальвировать это в нашем сознании, ценность происходящего. Но, в общем, это не запуск спутника на Луну, да? То есть приехал эксперт, который понимает в том, как зарабатывать деньги, и поговорил с людьми, которые хотят узнать, как больше зарабатывать денег. Да? Главная цель была какая? То есть с моей стороны рассказать про какие-то свои приемы, секреты, про жизненный опыт, про то, что я там где-то, как пчелка, знаете, собрал нектар там на других цветках, в других странах, в других бизнесах, в Москве, в своем собственном бизнесе. И честно про это рассказал. Я могу судить только о том, успешно это или не успешно, по очень косвенным признакам. Косвенный признак номер один – теплые люди или нет. Во всяком случае, если я хоть как-то умею интерпретировать происходящее, то мне кажется, что аудитория была теплая, люди были теплые. А я могу судить по косвенному признаку, потому что люди подходили, мы устроили такую биржу обмена визитками, давали друг другу визитки и говорили о том, что отныне мы будем писать друг другу, звонить друг другу. То есть это же косвенный признак, да. То есть, ну вообще обычно редко так бывает, что мне очень нравится, а всем остальным не нравится. Поэтому я предпочту обмануть самого себя, что всем понравилось. Да, надо сказать, что сложилась достаточно теплая атмосфера, люди подходили, интересовались, а можно ли будет получить видео после проведенного семинара, можно ли как-то пообщаться лично, задать вопросы, и очень тепло отзывались о том, что много прошли тренингов, и очень тепло говорили, что именно этот семинар им очень и очень понравился. Архангельская публика, она требовательная, она избалованная тем, что много мероприятий проходит, приезжают звезды, вы, наверное, об этом наслышали. И особенно приятно то, что, несмотря на то, что достаточно высокий уровень звезд приезжает к нам в Архангельск с бизнес-тренингами, сегодня очень было хорошо и тепло. Причем аудитория собирается из раза в раз, плюс-минус несколько новых человек, примерно одна и та же. То есть можно с уверенностью сказать, что они были и на предыдущих, да, на других спикерах, ну и на Александре. Я думаю, что сегодня мероприятие получилось очень таким непринужденным. Вот это очень важно. Мы говорили на одном языке. Это было здорово. Телеканал ПС, Михаил Карелин. Александр, скажите, пожалуйста, а для вас-то, ваша-то какова цель? Вы ее достигли? Какой смысл делиться накопленным опытом? Но с точки зрения бизнеса, кажется, это нецелесообразно. Я научился, я зарабатываю. Научить соседа – это значит взрастить себе конкурента. Вообще людьми движет, как правило, бизнесменами две вещи – деньги и интерес. Ну вот я, правда, других вещей, которые движут людьми, не очень знаю. Мне очень нравится замиксовывать и то, и другое. Я человек, ну, эгоистичный, иногда добавляют по-хорошему эгоистичный, но я вообще плохого в эгоизме не вижу, да. То есть, с моей точки зрения, мы все эгоистичны, просто не всегда это признаем. Поэтому моя цель – это А, чтобы мне было интересно, Б, чтобы я заработал. Да, я очень честно отвечаю. Константин Шолмов, газета «Правда Севера». Александр, скажите, пожалуйста, вот вы учите людей продажам. Сейчас не очень хорошая экономическая ситуация в стране, и поступают такие тревожные звоночки из разных сфер
из разных сегментов рынка о том, что продажи сужаются практически везде они падают. Ощущаете ли это вы, как тренер по продажам, и, может быть, у вас в связи с этим каким-то образом изменились ваши занятия, да? То есть вы учите людей не просто продавать, а уже, может быть, как-то нужно по-другому продавать именно в условиях, когда рынки скукоживаются. Давайте сначала посмотрим на макропоказатели. Да? В цифры они про все говорят. Значит, макропоказатели этого года, давайте начнем так, первая половина года до июня и потом следующий квартал. Да? То есть мы на самом деле 3 квартала прожили в этом году. Первые 2 квартала Россия показывала медленный ползучий рост ВВП, объема собираемости налогов и так далее, и так далее. Что-то на уровне 1,5-2%. Третий квартал мы показали что-то типа 0,6-0,5% падения. В общем и целом мы можем говорить о том, что да, ниже уровня инфляции, но тем не менее Россия показывает такой еле заметный рост с точки зрения макропоказателей. Если мы говорим о том, что рынки сужаются, это не совсем корректное утверждение. С точки зрения цифр они не сужаются. Если мы говорим, например, о настроениях, то да, настроения такие, что вроде бы как много-много телевизор, зомбоящик говорит санкции, санкции, санкции. Ну, если ты говоришь халва, 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 то, в общем, ты как бы чувствуешь сладость. Если ты говоришь санкции, 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 то возникает ощущение, что что-то не так в консерватории. Да? Какие-то санкции, война в Украине, на Украине. Ну, непонятно, что творится. И ожидания скорее такие, что очень многие люди замораживают деньги. То есть, есть понятие кэшфлоу. Да? Ну, например, если вы точно понимаете, что вера в завтрашний день, все будет хорошо, то почему бы вам не купить квартиру, не пойти в ресторан, не съездить там в какую-нибудь прекрасную страну и отдохнуть? Но если вы не уверены в том, что в перспективе все будет так же прекрасно, вы начинаете деньги, которые в других случаях вы бы тратили, как-то притормаживать. Да, то есть ничего-то не купить, не апгрейдить машину, не съездить в туризм и так далее, и так далее. Поэтому мы лишь можем говорить пока, на данный момент времени, что рынки не скукоживаются, но есть настроения, связанные с тем, что ну, что-то будет не так. Что-то будет не так. Я немножко интерпретирую ваш вопрос. То есть, во-первых, я отвечу на него прямо. Я его не ощущаю, никакого кризиса. То есть мое время расписано традиционно на 4 месяца вперед, так оно и есть. До конца года я уже знаю, где и когда я буду. Меньше мне не платят. Да, то есть все очень хорошо. Есть ли люди, которые ощущают кризис? Ну, есть люди, наверное, небольшое количество бизнесов, которые его как-то ощущают. Чаще всего это не профессионалы рынка. То есть любой рынок, любой кризис приводит к тому, что те, кто наиболее профессионален, те, кто наиболее пластичен, они остаются в рынке, а те, которые при большой концентрации денежной массы им доставались крохи, а рынок их смывает, потому что они не профессионал. В кризисе остаются профессионалы. Это первое. А немножко интерпретирую ваш вопрос. Возможно, зрителям будет интересно это, связанное с тем, что... А будет ли кризис? Да, будет ли кризис? И здесь вы знаете, что, допустим, когда Россия принимает бюджет на 2015 год, есть несколько сценариев. То есть я такой человек, занудливо читающий все это. Есть сценарии, например, Международного банка. Есть сценарии Минфина, есть сценарии Центробанка, есть сценарии Министерства экономики, есть сценарии там, эксперта Кудрина, да, условно говоря. Вы знаете, что российская экономика зависит не столько от санкций, сколько от цены на углеводороды. Да, такая вот, от цены на углеводороды. Поэтому логика очень простая. Если нам сырики какие-то не разрешат покупать, ладно, переживем. Если колбаски, ну переживем. Если технику какую-то запретят ввозить, ну на это будет неумно, но и это переживем. Более того, если мы будем играть в игру под названием экспортозамещение, то это даже даст какие-то рабочие места, потому что если там сырик не вывозится из Финляндии, ну, значит, какие-то рабочие люди будут производить здесь сырик. Но, в общем, правда заключается в том, что все зависит от цены на углеводород. То есть, если нефть будет стоить так же, как сейчас, например, условно там 90 с хвостиком долларов за баррель, то, в общем, мы ничего особенно не ощутим. Но если, допустим, негативный сценарий Минфина, где 60 долларов за баррель, ну вот мы все это ощутим. А вот какая будет цена на углеводороды, мы не знаем. Мы не знаем, и честно вам скажу, что для Запада, ну там условного Запада, хотя и он неоднороден, ну вообще не очень-то выгодно, когда цена будет на углеводороды сильно снижена. По той простой причине, что ну, это меняет привычные правила игры. Бизнес, любой капитал, он всегда любит находиться в прозрачных и понятных правилах игры.
И любые сильные колебания, они всегда невыгодны большому капиталу, да, не западному капиталу. Поэтому, скорее, если вы спросите про мой сценарий, я буду говорить о том, что в следующем году будут такие же настроения, как в этом. Мы будем ныть, среднестатистический россиянин, как в нашей жизни все не по-французски. Сыриков нет, вот какие-то санкции. Ну, в общем и целом, у нас будет приличная покупательская способность. Какого-то роста не будет, какого-то падения не будет. Ну, будем так же жить в той поляне, к которой мы привыкли. Можно я по-другому сформулирую? Давайте. Вопрос? Еще раз. Вот вы занимаетесь, вы тренируете людей, которые занимаются продажами. Они платят деньги за то, чтобы пройти ваше обучение у вас, чтобы они инвестируют свой собственный капитал, свои собственные качества профессиональные. А сейчас, в условиях, когда есть риск сужения рынков и снижения продаж во всех сферах, посоветовали бы вы людям вложить последние оставшиеся деньги именно в обучение у вас, в обучение продажам? Или лучше, может быть, купить на них долларов? Что лучше, полонеза Гинского или Марсельеза? Скажите мне, пожалуйста. Да, там, что лучше, поехать отдохнуть за границу или пойти в ресторан? Понимаете, это выбор человека. То есть, с одной стороны, вопрос подвохом. Потому что, с одной стороны, я вроде должен сказать, ну, конечно, все свои кровные деньги приносите мне, и жизнь засверкает новыми красками. С другой стороны, я далек от мысли от того, что все, что я сказал, будет услышано, воспринято и реализовано. Это же выбор человека, правда? Поэтому, знаете, я могу говорить сколько угодно, если человек ничего не делает, то, знаете, это как я часто говорю о том, что любая диета хороша, если ее соблюдать. Ну, потому что люди же говорят, ну, диета плохая, потому что я ее не соблюдаю. Поэтому, если человек будет делать мои рекомендации, я гарантирую, что у него будет рост в продажах. Но если он уже не достиг пика емкости рынка на своей территории, ну, то есть, если он там контролирует 60% рынка там, продуктового ритейла, то очень трудно развиваться дальше в продуктовом ритейле, потому что достиг уже своего пика. Да, уходи в новые сегменты. А в остальных случаях, если человек там небольшую долю рынка контролирует, то я абсолютно убежден в том, что советы, которые я даю, они помогают. Вот. Мне не очень нравится вводное, о котором вы говорите. Вы говорите, в условиях, когда кризис. Да нету никакого кризиса. Нету. Да, или риск кризиса. Знаете, а можно я немножко добавлю? Извините, Александр. В субботу собирались предпринимательским сообществом Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. И обсуждали как раз-таки тему санкций. Кого затронуло, кого не затронуло. И один-единственный из представленных 30 предпринимателей сказал, что да, ребят, я вот занимаюсь общепитовским бизнесом, меня санкции немножечко затронули. Мы спрашиваем, ну, поделись, как, что у тебя с бизнесом? Если я раньше норвежскую семгу покупал за 430 рублей, то сейчас он покупает нашу семгу за 580 рублей. Да, конечно, безусловно, себестоимость продукции, она вырастает, но при этом он говорит, ребята, не парьтесь, у меня все хорошо. Я как зарабатывал свой плюс, так я его и зарабатываю, поэтому на конечном потребителе, возможно, немножечко себестоимость товара, она увеличилась, да, но в общем и целом он как предприниматель не пострадал. А еще не могу не прокомментировать тот вопрос насчет обучения. Архангельск, он, если именно вот наш регион брать, очень высокой конкурентной средой обладает. Что касается торговых площадей, Архангельск является одним из лидеров в России по количеству торговых площадей на душу населения. И если вот говорить о продажах, да, что прямые, что B2C, что B2B продажи, здесь как бы такой вариант. Если вы развиваете свои продажи, а продажи это в первую очередь люди, которые представляют ваш отдел, если они не квалифицированы, сколько бы вы денег не отдали за рекламную кампанию, сколько бы вы не вложили там в маркетинг или в маркетинг, правильно, я не знаю, как правильно. Можно йогурт, как хочешь. Да? А ты меня все время поправляют, я все время как-то не так говорю. Ты все рублем платишь, чтобы к тебе пришли, переступили порог вот твоего магазина, а там неквалифицированный персонал. Поэтому вот лично я считаю, что обучение персонала – это на сегодняшний день один из ключевых факторов конкурентоспособности, хотя я думаю, что действительно никакого кризиса на сегодняшний день нет. У нас как строились торговые центры, так они и строятся, как они там в огромных количествах. Сейчас еще 2 торговых центра открываются. Поэтому обучать персонал – это ваше конкурентное преимущество. С моей точки зрения, вообще рынок education, в широком смысле этого слова, рынок образования, я имею в виду и классическое образование, и там MBA, и университет.
и постградуэйтед, то есть после университетское образование, это вектор. Ну, то есть есть начало, нет конца. Всегда большего достигают люди, которые воспринимают свою жизнь как вечное обучение. Не обязательно продажам. То есть, знаете, мне безумно импонируют люди, которые научились водить машину в 70 лет. Да? Или, например, там, человек, который вдруг стал путешествовать вглубь самого себя и что-то там из горшка лепить, да, там, не знаю, глина. В общем и целом, я искренне считаю, революционное заявление, что где-то к 50-му году, 2050 году, рынок образования, в широком смысле этого слова, по концентрации денежной массы будет больше, чем рынок углеводородов. Да, то есть вот все деньги, которые люди тратят. Почему? Объясню. Потому что мы сейчас живем в мире, в котором есть 7 миллиардов человек, да, из которых есть понятие «золотой миллиард». Но если быть более понятным, то золотые 1,5 миллиарда уже на сегодняшний момент времени. Вы знаете, что 84%, 84 человека самых богатых в мире обладают капиталом больше, чем 3,5 миллиарда самых, которые низкие. Колоссальное перераспределение происходит. Так вот, с появлением там, ну, Китая, страны БРИК и так далее, и России тоже, мы увидим, что вот 3,5 миллиарда человек, они будут потребителями образовательных услуг. Сейчас миллиард с хвостиком, да, к 50-му году 3,5 миллиарда. 3,5 миллиарда так и останутся в нищете. Поэтому эти 3,5 миллиарда – это постоянное ученичество. То есть в условиях, когда человек не должен будет учить иностранный язык, потому что к 50-му году у вас будет здесь наушник, который автоматически вам будет все переводить. Да, и Google там, и другие настолько приспособятся, что вы будете страницы, вы не будете чувствительны к любому языку, который только есть. Поэтому получается, что называется пороги входа. Пороги входа на, не знаю, там, на изучение иностранных языков, на путешествия, на, они будут настолько простыми, что человек вынужден будет уходить вглубь самого себя, то есть вглубь своей мысли, получать некое образование, получать некие впечатления, кругозоры и так далее, чтобы просто быть в мейнстриме. И это так. То есть, знаете, как если вы, там, если вы со времен своего университета не получали дополнительного образования, то то, что вы получили в университете, чудовищно устарело, согласитесь. Чудовищно. Хоть в медицине, хоть что-то еще. Там, я заканчивал первое образование. В большинстве случаев не очень актуально, не очень применимо к сегодняшней жизни. Да. Ну да. Извините. То есть, если вы медик, там что-то еще осталось. Да. Если вы, например, ну, журналист, который писал передовые статьи. Я когда учился в факультете журналистики, в Ростове учился в университете в факультете журналистики, там в Америке еще получал маркетинговое образование. Так я помню, у нас был жанр «передовая статья». Да, вы же из газеты. Умер жанр. Жанр очерк. Умер жанр. Да? Вообще пресса вся, чтобы вы были в курсе на будущее, да, ей не так много осталось жить. Да, потому что то есть, да, продаваемые газеты скоро вообще умрут, как класс. Да, то есть, поэтому. Поэтому ученичество, вечное ученичество. Александр, Ирина Каторина, Двина Информ. Скажите, пожалуйста, у вас сегодня была достаточно большая аудитория, где-то порядка 100 человек, да? Чуть поменьше. И достаточно разнородная. А вы целый день общались с такой достаточно немаленькой аудиторией. А откуда вы энергию черпаете? На самом деле все просто. Хороший вопрос, Ирина, правда. Я вот сегодня говорю, что у меня очень болезненные отношения с временем. То есть я искренне считаю, что главная валюта в жизни человека – это время. Почему? Потому что вот деньги – ресурс восполняемый, время – ресурс невосполняемый. А вторая по важности валюта в жизни человека для меня – это энергия. Потому что если у тебя, например, есть деньги, но нет времени и энергии, то ты сдут. Если ты болеешь, то ты сдут, ты ничего не можешь сделать. Это очень хороший вопрос на самом деле. То есть я часто использую метафору маятника и говорю о том, что подавляющее большинство… Маятник, который влево качнулся, он должен вправо качнуться также, именно с той же амплитудой. И большинство людей, они качают маятник, знаете, чуть-чуть влево, чуть вправо. То есть немножко поработали, немножко отдохнули. Там пивасик, диван дальнего следования, телевизор, да. То есть мне всегда кажется, что я хочу этот маятник в своей жизни качать, ну просто, знаете, вот с колоссальной амплитудой. Это действительно поэтому там 7-8 городов. Ну, знаете, я позавчера был в Мадриде еще, да. Вчера я был в Москве, там сегодня здесь, через 2 дня я буду в Котласе. А в субботу я буду в Абакане, да, то есть как бы. И это такая очень важная штука, то есть ты перемещаешься в пространстве, ты общаешься с людьми. Это большой драйв, вот этот маятник качать сильно. Да, встает вопрос, а как его качать сильно? И здесь все очень просто. Знаете, я стал задавать себе вопрос, что дает мне энергию? Энергию дает правильное питание,
Энергию дает любящие люди и любимые, да. Энергию дает солнце. Энергию дает немножечко спорта. Энергию дает море. Энергию дает красивая музыка, да. Все понятно абсолютно, да. И поэтому, если ты хочешь маятник сильно качать, там, я не бог весь какой спортсмен, да, но у меня каждое утро немножечко покрихтушечек каких-то, да, и там, то есть, стараюсь там, ну, сильно, не, там, не чересчур много алкоголя, там, отсутствие курения. Любимые люди, да, признание в любви тебе, ему, да, объятия. А что отнимает энергию? Энергию отнимает негативные мысли прежде всего. Да, там, плохая экология, окружение себя людьми, которые тебе не симпатичны. В моем окружении нет людей, которые мне не нравятся, я просто их исключаю. Да, и наоборот, есть люди, которых я очень люблю, и я осознанно с ними общаюсь. Поэтому механизм очень простой. Если ты имеешь много энергии, да, то, скорее всего, придать этому правильный вектор и достигнешь чего угодно. Знаете, у Жванецкого была фраза: движения стремительные, но бессмысленные. Потому что если у тебя есть время, если у тебя есть энергия, ну ты как броуновское движение молекул в разные стороны, ты ничего не получишь. Но если у тебя есть время, есть энергия и есть вектор, ты делаешь что-то одно, то ты достигаешь по определению. Я хвастаюсь всем, я за 2 месяца выучил итальянский язык, потому что, ну, вот, есть время, есть энергия, есть вектор, да. И поэтому, отвечая на этот вопрос, осознание, что энергия очень важна, желание качать маятник очень сильно, и четкая сбалансированная идея, что мне дает энергию, взять и минимально тратить ее, то есть, как бы, вот, на другие вещи. А потом у любого человека, который дает энергию, знаете, есть режим энергоэкономии. Потому что есть режим энерговыблеса, а есть режим энергоэкономии. Мы, знаете, в Москве моя компания проводит самую главную конференцию рекламистов в стране. Мы так ее называем, там, общероссийская конференция продавцов рекламы. Это, знаете, все как у больших, там, Marriott, Grand Hotel, 500 человек, все-все-все. А я взял с собой дочку как-то. Взял с собой дочку, и приехала моя землячка из города Ростов по имени Лена. Я ростовчанин, 15 лет в Москве живу. И Лена подошла к моей дочке и говорит: «Как тебе, наверное, клево с таким папой? Он же такой яркий». Она ему говорит: «Лена, это он у вас яркий, дома-то он тихий». Поэтому маятник, который вправо качнулся, должен качнуться влево. А аудитория дает вам энергию? Вот как, допустим, артист выходит на сцену и говорит: «Я от зала заряжаюсь, оттуда идет хорошая энергия, там плохая», да? В вашем случае? Знаете, так отвечу. Мне иногда говорят: «Как тебе аудитория?» Я говорю: «Не понимаю вопроса, какой я такая аудитория». Почему? Потому что, смотрите, если я пошлю, я не люблю слово аудитория, лучше люди, да? Если я буду общаться с людьми в логике, там, мне заплатили деньги, мне тотально неинтересно, я просто отбываю номер, мне так же вернут, да? Но если я говорю: мне с вами клево, мне с вами интересно, я отдаю то, что знаю, да? Мне здорово, у меня драйв, я назад это и получу. Знаете, есть такое понятие, вот в маркетинге, пуш-стратегия и пул-стратегия, то есть тяни-толкай. Если вы были в московском метро, то если вы так вот толкнете дверь, то она пойдет обратно на вас. Да? В физике это называется сила действия равна силе противодействия. На языке здравого смысла это называется: как аукнется, так и откликнется. Что посеешь, что и пожнешь. Да? Или моя метафора с маятником: влево, вправо. Поэтому сказать, что аудитория меня заряжает, именно это, я бы слукавил. Любая заряжает. То есть, когда актер говорит, например: вот в деревне Хуркуяновка плохо, а в Москве там в Ленкоме хорошо, фигня это все. Отдай деревне Хуркуяновке, то же самое получишь. Поэтому будь то Архангельск, будь то Москва, будь то Абакан. Правда, что отдашь, то и получишь. Ну, это же так. А у вас сегодняшняя встреча была в режиме монолога или все-таки какой-то диалог состоялся, вопросы были? И какого плана эти вопросы были? Не, ну понятно, что если ты мастер-класс, то я весь день на арене цирка, да, то есть как бы все понятно. Но да, у нас были какие-то такие движухи, мы собирались в какие-то небольшие группы, что-то вместе делали, вместе друг другу передавали шайбу, кидали из стороны в сторону. Что-то такое вот было. Ну, вопросы были уточняющие, то есть там есть некая тема, мы говорим, например, о том, что надо, ну, например, я говорю, что надо набирать максимальное количество контактов. Это один из моих тезисов, которая заключается в том, что если вы можете со своей целевой аудиторией, своими клиентами набрать легальный контакт, набирайте его. То есть любой контакт, например, ну, контактом может быть там смс-сообщение, которое ты отправил клиенту, или реклама, которую он увидел по телевизору, или флаер вы ему выдали, да, или там, ну, письмо вы ему написали. Это все форма коммуникации с клиентом. И все коммуникации, которые бизнес может вести с клиентом, они делятся на 3 категории. То есть те коммуникации, которые его охлаждают,
Ну, например, если вы мой клиент, я буду звонить вам через день на второй и говорить, ну купи у меня, ну купи у меня. Да, то вы будете уже класть трубки, не брать, да, там, я буду вас охлаждать. Есть коммуникации нейтральные, например, мы с вами пообщались, ну и не особенно утеплились по отношению друг к другу, но не особенно охладились. Есть коммуникации, которые, скорее всего, вас сделают теплее по отношению ко мне. Например, если я сделаю вам какой-то подарок или там дам бесплатный билет в кино, да, ну, то есть что-то дам бесплатное, что-то дам полезное и так далее, и так далее. И мой тезис звучит о том, что любую коммуникацию, которая не охлаждает вашего клиента по отношению к вам, надо набирать. Вот, например, ваш мобильный оператор с вами общается не меньше, чем 300 раз в месяц. Я вам гарантирую. Потому что вы видите его в рекламе, вы видите, иногда он вам смс присылает, что-то еще. Ненормально. Он не вызывает у вас реакции отторжения. Вот, поэтому я говорил про этот тезис и задавали вопросы, а мы не надоедим им? Да? Это не будет ли перебором? Ну, вот такие вопросы были, например. Я говорил на самом деле, что если вы уверены в том, что вы радость для клиента, вы даете ему то, что хорошо для него, вы верите в свой продукт, то отлично. То есть, если я думаю о том, что я тебя раздражаю, я не звоню. Но если я думаю о том, что тебе клево со мной общаться, ну, я звоню. Ну, то есть, если там Света мой клиент, я не буду думать, имею я право ей написать или позвонить. Я буду думать о том, что ей клево со мной общаться. И я буду ей и писать, и звонить. И каждый раз, когда я могу легально с ней общаться, я буду это делать. А у меня такой вопрос еще, наверное, к вам обоим. Продажники – это люди, которые работают на передовой бизнеса. Это такие солдаты, которые всегда в окопах сидят. И, наверное, по ним можно оценивать качество бизнес-среды и бизнес-персонала в целом. Вот вы ездите по разным городам, общаетесь с продажниками, наверное, везде, но, может, и не только с продажниками. Как в ваших глазах показались архангелогородцы, жители Архангельской области? По сравнению с другими, по сравнению с Ростовом или с Мадридом? У меня нет такой военной метафоры про передовую. Я скорее считаю, что в фокусе внимания продавца деньги. Да, это то, что характеризует его больше всего. Я считаю, что у нас у всех, и у вас, и у меня, и у всех, кто здесь, и у всех клиентов, есть мифы, связанные с деньгами. Знаете, один из мифов, что человек, который продает, это такая семь пар нечистых профессий, что-то такое, знаете, вот, ну, там, ну, как стриптизерша, да, вот что-то из этой сети, продавец. Как только не называют там продавцов в рекламе, агенты, я не знаю, там продажники, коммивояжеры, семь пар нечистых профессий. С моей точки зрения, человек продающий, это человек, творящий добро. Знаете, у американцев, я учился какое-то время и работал в Америке, у них есть потрясающее определение понятия продажа. Они говорят, продажа – это когда даришь человеку веру, надежду и любовь, и получаешь за это Божью благодать в виде прибыли. Мне это очень нравится. И я не делаю сравнительного анализа, потому что если ты сравнишь, ты должен вынести вердикт. Да, я просто правда радуюсь этому общению и все. То есть, поскольку я человек эгоистичный, я хочу порадоваться этому общению. Поэтому анализировать, кто какой в Архангельске, в Ростове, в Хабаровске, нет никакого смысла. Отличные, харизматичные ребята, я получил удовольствие. Вот, честно вам говорю, никакого анализа. Светлана Юрьевна, как вы считаете, наши продажники отличаются от ростовских? Я думаю, что наши продажники, они особенные, безусловно. У нас есть свой менталитет, и Александр сегодня имел честь общаться с некоторыми, которые понимают, что нужно обучаться, двигаться вперед. Но помимо того, что вот наша компания занимается тренингами, мы еще занимаемся наймом. И ситуация у нас немножко на рынке, она такая специфическая. То есть у нас есть некий голод, и поэтому в продавцы сейчас идут люди, которые, в общем-то, раньше не связывали свою профессию и вообще свое будущее с профессией продавца. Менеджера по продажам, продавца – это очень актуальная и очень востребованная вакансия. Поэтому туда идут как? Вот продавец сидит, будущий, да, перед нами на собеседовании, говорит, ну, я пойду посижу, получу за это зарплату. Работодатель, не имея большого выбора, он принимает таких людей на работу. Есть звезды, есть люди, которые кайфуют в своей профессии. Это независимо от профессии. Это продавец, художник, врач, ну, кто угодно, судья. То в Архангельске очень большой сейчас процент продавцов, которые пришли на работу из другой профессии. Поэтому сказать, что они стали какими-то там звездами, кто-то да, стал, но большинство из них относится к этому как к временному процессу, где не нужно получать обязательно знаний. Еще такой есть миф, что все продавцы хотят зарабатывать. Это неправда.
продавец, говоришь, вот есть возможность в сезон зарабатывать энную сумму, причем больше почти в 3 раза, чем зарабатывает средний продавец в Архангельске. Но ты будешь работать на проценте. Практически у всех продавцов на сегодняшний момент есть окладная часть и есть некий процент от продаж. Или вообще просто процент. Они говорят, нет, нет, нам не надо. Вот дайте нам вот, вот эту вот сумму, какую-то очень фиксированную, конкретную и небольшую. Нам не надо 60 тысяч, мы будем работать за эти деньги. Есть такой момент. Поэтому то, что люди ходят на работу исключительно зарабатывать, вот продавцы, это некий миф. По крайней мере, из тех собеседований, которые у нас проходят, я понимаю, что найти звезду продаж на сегодняшний день в Архангельске не так-то просто. Извините, что я печально, может быть, это Анна Болевшева. Я не знаю, кому из вас интересовать, может быть, и вам, Александр, и вам, Светлана. А что нужно для того, чтобы вот хорошо продавать? Ну вот я пришла, допустим, продавцом в отдел шуб. Вот что? Этих отделов шубных в городе нашем море. Море. Но ведь люди-то едут еще в Эмираты, в Грецию за шубой, там подешевле вроде как. А здесь-то как тогда вот товар-то продать? Я всегда говорю своим продавцам, продавец должен быть тупой и храбрый. Мне очень нравится это выражение, да, то есть есть 3 типа веры. Вера в себя, вера в продукт и вера в статистику. Значит, смотрите, если вы не верите в себя, то все остальное бессмысленно. Что такое вера в себя? Это осознание того, что ты радость для человека, которому ты продаешь. Это внутренняя установка, которая иногда у людей бывает от рождения, а иногда бывает воспитанная. И это, например, мне очень сильно помогает. То есть я точно понимаю, что когда я продаю, когда я обучаю своих продавцов, что крайне важна вера в себя. Потому что, если ты думаешь, помните, как в этом фильме было... по-моему, называется «У Никитских ворот», когда главная, одна из героинь говорила, я такая противоречивая, я такая угловатая, я такая нескладная. То есть, продавец противоречивый, нескладный и угловатый, то он посылает месседжи под названием «Я не ценность». Любой человек, который приходит покупать, он хочет коммуницировать с ценным, с важным. То есть продавец – это всегда посланник бренда, посланник магазина, там, посланник бизнеса, который он продает. Поэтому первая уверенность – это уверенность, вера в себя. Вторая важная вещь для продавца – это вера в продукт. Почему? Потому что, ну, в том же шубном магазине, который вы привели пример, если я верю, что это офигенская шуба, то я верю в себя и верю в продукт. Если я считаю, что эта шуба отстойная, там в Эмиратах она стоит гораздо дешевле, и я впариваю покупателю, и я его обманываю, то даже если вы продадите, то вы зашлакуете карму. Да? Зачем это нужно делать? Поэтому очень-очень важно продавать то, во что ты действительно веришь. То есть я верю, что это отличный продукт, тогда я продаю. Я верю, что это отличная услуга, тогда я продаю. Если у тебя есть вера в себя и вера в продукт, то третья вера – это вера в статистику. И это очень любопытная вещь. Например, смотрите, то есть если зайдут 100 человек в ваш магазин, и вы всем будете продавать, все будут говорить «нет, нет, нет», и только 1 из 100 купит, то вера в статистику – это 1 из 100. Если вы неплохой продавец, например, вы каждому 50-му продаете, то вера в статистику – это 1 из 50. И в каком-то смысле один из главных апгрейдов, который я советую делать любому продавцу, это замерять свою статистику и постоянно ее улучшать. Постоянно ее улучшать. Вторая важная вещь, то есть вот 3 веры. Если чуть опуститься вниз, то... Я очень часто советую человеку задавать себе такой вопрос. Сколько денег я зарабатываю в час? То есть не в месяц, не в год, а именно в час. Когда мне задали такой вопрос, я был сначала растерян. Я был растерян, один английский бизнесмен задал мне этот вопрос. И я подумал, знаете, я взял, например, сколько стоит мой тренинговый день в среднем, и сказал, ну, например, я зарабатываю столько-то в час. И эта сумма, как мне казалось, была большая. Мне казалось, что я хвастаюсь. Он говорит, это вообще ни о чем. Я думаю, секундочку, это странно. Например, я за 2 часа зарабатываю там денег, сколько там, преподаватель в среднем в школе в месяц. Он говорит, это вообще ни о чем. Он говорит, больше. И я стал думать, а почему я считаю свои гонорары? У меня же есть компания. У меня есть компания, очень интересно. А есть ли у меня механизмы, как сделать так, чтобы моя компания заработала вещь? И знаете, такая была очень любопытная штука, потому что... В момент, когда я с ним разговаривал, он меня многому научил.
Я позвонил нашему коммерческому директору и сказал такую фразу. Я сказал, в среднем моя компания выписывает на 400 тысяч рублей счетов в день. То есть примерно мы генерим там 9-10 миллионов в месяц. То есть 22 рабочих дня, 400 тысяч. И я позвонил коммерческому директору и сказал, у меня к тебе просьба, сейчас остановите рабочий процесс, перестаньте продавать, соберитесь на 5 минут и скажите, что Саша позвонил и сказал, кто сегодня выпишет счета, которые в дальнейшем будут оплачены, я удваиваю вознаграждение в 2 раза. И если в обычный день выписывают на 400 тысяч, вот в этот день было 950. Да, по той простой причине, что это мотивация. То есть, иными словами, есть 3 веры в себя, в продукт и в статистику. И есть либо внутренний прапорщик, либо внешний прапорщик, который заставляет человека двигаться вперед. Чаще внешний, чем внутренний, потому что это для единиц история про самоограничение, про тайм-менеджмент, про управление клиентскими потоками, про приоритизацию своих клиентов и так далее, и так далее. Но эти 3 веры, они всегда очень важны, Света. Ну, я думаю, что важно как раньше, так и сейчас с клиентом любить своего покупателя. Вот как Александр говорит, мне очень нравится, дарить ему радость. Покупатели приходят в отдел не просто потому, что там висят какие-то шубы, они приходят к конкретному продавцу на конкретную смену. Вот к этому продавцу я не пойду сегодня на смену, если мы говорим про шубы, допустим. А вот к этому я пойду, потому что она не будет смотреть на меня там сверху вниз, как у нас делают это продавцы в отделах. Пришли в отдел элитные шубы, прекрасная девушка с хорошей фигурой, с красивым макияжем, вас встречает. Ага, так, а есть ли у тебя деньги? Вот если так происходит, то, конечно, продажи будут не очень большими, и в ваш отдел вряд ли будут заходить покупательницы с определенным достатком и уверенностью в себе, потому что каждый, покупая, хочет приобрести некие ценности, это уверенность в себе, принадлежность к определенному статусу или быть успешным, вот как Александр сегодня нам рассказывал на семинаре, мне это очень понравилось, я вот разделяю этот момент, то, что мы покупаем почему-то, мы к чему-то стремимся, мы удовлетворяем некую свою потребность помимо приобретения той самой шубы. Вот если продавец может удовлетворить и понять вот эту потребность, увидеть своего покупателя чуть-чуть поглубже, я думаю, что он просто обречен на успех, вот просто обречен. Те, кто умеют общаться и понимать своего покупателя. Знаете, еще Ирина хотела сказать, что на самом деле вы тоже продавец. И каждый из нас продавец. Потому что, смотрите, например, если вы приходите на работу, то вы меняете ресурсы. Вы, допустим, свое время, свои компетенции, да, это такие понятные ресурсы, которые вы даете работодателю. Что дает вам работодатель? Он вам дает понятный ресурс под названием деньги. Ну, плюс есть вспомогательные ресурсы. Например, мне нравится этот коллектив, или там я чувствую себя здесь хорошо, или недалеко от работы, да, или там соцпакет. Продажи – это обмен ресурсов по выгодному для вас курсу. Да? Ну, например, когда вы хотите от человека получить некое действие, это тоже продажа. Я вообще говорю, что продажа на самом деле – это все, кроме веры, дружбы и любви. Почему? Потому что не знаю, как остальные, но для меня, например, я готов в вере, в дружбе и любви меняться по невыгодному для себя курсу. Ну, то есть давать больше, чем получать, осознанно. То есть не готов только давать и ничего не получать, но готов давать больше, чем получаю. Поэтому каждый из нас продавец. Почему? Потому что мы хотим поменяться по выгодному для вас курсу. Всегда хотим. Мы хотим, когда мы покупатели, мы тоже продавцы. То есть мы хотим дать меньше ресурсов, а получить больше. Всегда так. Какие глубины философии и психологии мы погрузились. Скажите, пожалуйста, Александр, вот вы учились в Соединенных Штатах и, наверное, хорошо знаете тоже практику зарубежных продаж. Я все-таки вернусь. Давайте. Существуют русские методологии продаж, российские, отличаются чем-то от американских? Чем мы другие? Да, чуть-чуть отличаются. Ну, то есть оба ответа будут верными. Не отличаются, это верный ответ, отличаются тоже верный ответ. Как знаете, в биологии, если ты капнешь на картошку йод, то он посинеет в любой точке мира. Поэтому какие-то общие законы продажи маркетинга, они на самом деле универсальны. Я знаете, я сегодня там приводил этот пример, что там, ну, допустим, для американца очень типично сделать экстремальное предложение.
Вот, например, я вам говорю, вы знаете, там, я хочу открыть новое тренинговое агентство, консалтинговое агентство в Архангельске, поэтому давайте с вами договоримся очень-очень просто. То есть на мне поставка экспертов там, из Москвы, из других городов, я буду с ними договариваться, чтобы они приезжали за не очень большие деньги, а с вас офис, налоги, оплата персонала, вся логистика, факсы, телефоны, значит, явки, пароли, все-все-все делаете вы. Ну и предлагаю наш бизнес делать совместным в пропорциях 95% мне, 5% вам. Русские отреагируют, ты что, с ума сошел, что ли? Ты дебил вообще, как ты мог мне это предложить? Да? То есть, ну это невозможно, русский обидится. Американец на вашем месте скажет так, он скажет: знаете, Александр, отличное предложение, мне действительно очень нравится. Все абсолютно подходит. Один маленький нюанс, пропорции предлагаю немножко по-другому изменить. 95 мне, а 5 вам. Я говорю, окей, хорошо, никаких проблем. Для американца свойственно сделать экстремальное предложение. Сумасшедшее предложение, ну вдруг прокатит. Да. Для русского, например, не свойственно такие вещи делать. То есть вы придете в магазин, вам скажут, сумасшедший прайс, ну с ума сошел. Американец, ну давай поторгуемся. Ну, например, такие вещи. Если брать, например, близкую мне Италию, там я провожу много времени в Италии, там научился говорить по-итальянски. Я был в шоке, например, когда в Риме иду по центральной улице, Виа дель Корсо, и человек закрывает магазин на сиесту. Так, сиеста. Ну, мой ровесник, я тогда еще не говорил по-итальянски, ему по-английски, так в сердцах ему говорю. Вы можете мне объяснить вообще, что происходит? Куча туристов, у меня есть деньги, у туристов есть деньги. Зачем вы закрываете магазин? Он так смотрит на меня и говорит: у меня молодая жена. Приоритеты, да, совсем другие. Это очень важная вещь. То есть Запад и Россия, такого деления нет. Есть конкретные там, внутри Америки есть разные. Есть Нью-Йорк, а есть, например, там город Норман, да, рядом с Оклахомой, где я жил, там 20 тысяч населения. Там какой-то маркетинг, да, там как бы. Москва — это центр мировой цивилизации по отношению к Оклахоме, да, то есть, ну, там, с Нью-Йорком уже немножко по-другому. Там, если брать там ту же близкую мне и понятную Италию, ну, скорее они вообще расслабленные. Да, и итальянцы постоянно ноют о том, что выросло новое поколение, называют они поколение 1000 евро. А, люди просто не хотят больше зарабатывать. Очень интересная штука, например, потому что там американец выпихивает 18-17 лет своего ребенка и говорит: ты иди, там мало ресурсов, иди вперед. А итальянец, он живет с мамой лет до 45, она ему готовит, она ему стирает, она ему убирает, у него все прекрасно, что ему работать? Он пошел, чуть-чуть поработал, дольче фарниента, сладость ничего не делания, выпил там винишко, у него все хорошо, 1000 евро есть, ну все. Да, это очень частая история, поэтому везде и похоже, и не похоже, везде есть какие-то свои нюансы. Но если мы будем говорить, например, про специфику бизнеса в Москве и в Архангельске, тоже будет отличаться, правда? В Архангельске, в деревне в Архангельской области тоже будет отличаться, поэтому везде есть свои отличия, везде есть свои общности. Вы еще приедете? Я уже в пути, Ирина, разве вы не видите? Я просто ненадолго отлечу. Сюрприз от Александра будет. Я надеюсь, что если все сложится очень удачно, к 23 февраля мы сделаем сюрприз для наших мужчин. Это будет уникальное событие в городе. Такого еще никто не видел и не слышал. Uh-huh. Я так немножко забегаю вперед. Не знаю, состоится. Очень надеюсь, что состоится. Но мероприятие будет исключительно для сильной половины человечества. Для слабой половины человечества. А для вас сюрпризы будут дальше, да? Или не мы будет? Мы хотим сделать такой клуб, который называется «Мужской клуб. Правила жизни и богатства». А женщины своих мужчин туда. Вот, куда входят только мужчины. Все. То есть у меня есть компаньон, его зовут Кирилл Николаев, и он очень интересный человек. Мы подумали, что неправильно, что в этом мире есть только несколько мест, где собираются только мужчины. Это, знаете, тюрьма, армия и мужская баня. Баня, да. Вот. Мы подумали, что должны быть новые места, где собираются тоже мужчины и говорят о том, что им важно. Поэтому есть серьезная вероятность, что мы со Светланой сделаем этот проект. И, но мы предупреждаем, что это не пикап. Да, такое. Да. Потому что многие мужчины знают, что вот есть специальные курсы, как условно обольщать женщин, как с ними знакомиться. Это в Архангельске все уже было, это все вчерашний день. Мы не совсем про это, правда? А как тогда половые признаки влияют? А половые признаки там будут немножко... Нет, это, конечно, вопрос не ко мне, а к Александру. Мужской путь и женский путь, он разный. В принципе, разный по определению. Понятно, что можно сказать утилитарно, что мы все хотим одного и того же, там, некого счастья. Но мужчина там — это всегда забиватель голов.
То есть мужчина, как бы он ни отрицал, он хочет процарапать свой след в истории. Да? То есть мы говорим про доминантного самца. Да. Мужчина всегда будет плох для женщины, если он мамонта не добывает. Да? То есть мужчина, если он не доминант, да, то в женщине раздается женский лебединый стон, там замуж выходить не за кого. Да? То есть, вот, и по большому счету это приглашение людей, которые уже успешны, к диалогу, а что делает нас еще более успешным. И под успехом я подразумеваю не только деньги. Мне очень нравится, я очень люблю такого чувака по имени Дипак Чопра, это американский философ индийского происхождения. Он говорит, что большинство людей с успехом идентифицируют деньги и материальные блага. На самом деле успех – это жить так, что каждый день твоей жизни – это удача и чудо. Ну, объективно. То есть, в общем и целом, мои клиенты очень часто миллионеры. Очень часто. И я часто вижу людей, у которых есть гигантские состояния, и которые не чувствуют себя счастливыми. А там, если мы возьмем, например, вот американский термин work and life balance, да, там, баланс между жизнью и работой. Или если мы возьмем, например, очень такая любопытная история, вы знаете, что когда люди женятся, их венчают, им говорят, и в беде, и в радости. И люди часто воспринимают, что количество беды должно быть эквивалентно количеству радости, да, потому что, ну, вроде как и в беде, и в радости. И в связи с этим, знаете, мы часто говорим, я и Кирилл, об такой анекдот на мужском клубе. Мы говорим, вспомните такие времена НЭПа и военного коммунизма, и купец приходит в ресторан, и подходит к нему официант, дает меню, а там написано «котлеты из мяса рябчиков и мяса конины». И купец говорит, извините, могу узнать, а в какой пропорции мясо рябчиков и мясо конины? И официант говорит, в пропорции 50 на 50. Купец говорит, извините, килограмм конины, килограмм рябчикового мяса? Официант, не моргнув глазом, говорит, нет, в пропорции 50 на 50, один конь, один рябчик. Да? То есть, и когда мы говорим о мужском клубе «Правила жизни и богатства», мы говорим о том, что кроме денег есть другие вещи, которые позволяют вести сбалансированную и радостную жизнь. Женщинам это важно. Я просто не знаю женского пути, потому что я никогда не был женщиной, и шансов, что буду, не так много, поймите правильно. Поэтому лишь говорю о том, что умею и что чувствую. Есть реальный шанс каждый день жить абсолютно счастливо. То есть счастье – это не оргазм, он не должен быть короткий промежуток времени. Счастье – это перманентное состояние человека. Да? И поэтому это разговор о том, как строить гармоничные отношения со своей лабораторной, вот не пикаперской, а вот со своей женщиной, как выглядеть так, чтобы быть в гармонии с собой, как минимальными усилиями заработать много денег, как поставить свое мышление под контроль таким образом, чтобы твои мысли приносили тебе радости и приводили хорошему для близких. Это такая, в общем, это прокаки, да, то есть как это, но прокаки успешных мужчин, да, вот я бы так сказал. Причем эти мужчины очень нуждаются иногда в таком общении, потому что все их бытность наполняет бизнес, борьба, ежедневные цели какие-то, и они забывают о том, что есть еще какая-то сторона жизни, помимо там бизнеса, работы и вот такого сумасшедшего напряга, быстрее, времени нет. А вот здесь как раз-таки есть возможность немножечко остановиться и подумать о том, что а для чего мы эти деньги зарабатываем? Куда дальше? Как стать счастливым, условно? Правда? Об этом? Ну, деньги не главное в данном случае. Хотя мы про деньги тоже говорим. В моей системе ценностей деньги – это не самое главное. То есть как самое главное – это время, чем ты его наполняешь, потом энергия, откуда ты ее берешь, потом вектора твоей жизни, да, куда ты направляешь свои усилия. Деньги придут автоматически. То есть, смотрите, если в фокусе вашего внимания деньги, и у вас есть время, умноженное на энергию, умноженное на вектор, то деньги будут автоматически. На чем ты фокусируешься, ты это получаешь. Знаете, очень многие люди, например, говорят, я хочу устроиться на работу. Но если вы хотите устроиться на работу, вы получите работу. Понимаете, правильно? Это правда очень интересные штуки. На чем мы фокусируемся, то мы получаем. Это разговор о том, на чем фокусироваться. Да, потому что если хочешь праздность, получишь праздность. Если ты хочешь ковбойские неряшливые отношения со своей жизнью, ты получишь ковбойские неряшливые отношения со своей жизнью. Поэтому время, умноженное на энергию, умноженное на вектор. Да? Где взять время, где взять энергию и какие вектора важны. А куда прийти, это вопрос всегда технический. Я не знаю, как еще аудитория наша, да, коллеги. А вопрос к вам, Светлана, поскольку вы хоть и директор кадрового агентства, но вот есть ли в городе женские клубы, и вообще про мужские ничего не могу сказать. А вы можете что-то сказать? Ну, я хочу сказать, что да, у нас в Архангельске есть женские клубы, которые
рассчитаны некоторые программы на месяц, некоторые рассчитаны на год, где познается женская природа, женское предназначение, женские роли. Это все очень интересно, хотя лично я не провожу, да, такие курсы и семинары, но в Архангельске этот рынок, в общем-то, он более насыщен, нежели рынок для мужчин, потому что вот скажите, когда вы слышали, что для мужчин что-то вообще проводилось? Я думаю, что нет таких здесь. Нашей аудитории. А вот для женщин все-таки семинары и тренинги женские, они проводятся от развития там сексуальных каких-то вот моментов до построения там семейных отношений, тоже внешности, имиджа и всего прочего. Как стать успешной женщиной в Архангельске вы найдете. Ну, это для... А мужчин мы приглашаем. А команда это делает, я знаю, да? Да, да. Да. Спасибо Жень, вам большое, если это можем, все. Можем, да, не знаю, воспринимать уже не как с камерой общение, а без камер. У меня был любопытный опыт такой, когда я был в Киеве, знаете, вот 8 числа, пока еще все не началось, 8 января. То есть Майдан уже стоял, но революции еще не было. И там есть такой корабль очень интересный, да, корабль как гостиница причаленная. Я жил на этом корабле, еще знаменитый такой фотограф украинский, его зовут Александр Титарчук. И очень интересный парень. И он говорил про женские роли. Это было, знаете, очень любопытный опыт в моей жизни. Потому что он известный фотограф, он делает портреты такие. И все это происходило прямо в студии, там на корабле. И один богатый мужчина привел женщину. Женщина была в красивом платье, все такое. И он стал ее фотографировать и стал на нее кричать. Он говорит, что ты как королева? Колбаску ты дома режешь. Как будто колбаску ты дома режешь. Не моя поляна, я не вмешивался. Потом они ушли, и мы сидели, пили кофе. Я говорю, Александр, честно вам скажу, мне не близко, когда мужчина повышает голос на женщину. Он говорит, ты знаешь, на самом деле у женщин всегда есть архетипические роли. Просто про женский разговор. И он мне стал очень близок. Архетипические роли. Например, каждая женщина, она в любом возрасте немножко девочка. То есть, ну, да, то есть, допустим, там, она с мужчиной общается и начинает там губки дуть, да, или что-то еще. Она в этот момент девочка. Или, например, он говорит, у женщины есть архетипическая роль женщина-королева. Да, вот я одела платье, я король. У женщины есть архетипическая роль хранительница очага. У женщины есть архетипическая роль шлюха. Да, и разные архетипические роли. И он говорит, когда женщина приходит ко мне в бальном платье фотографироваться, она включает один архетип. Кто она сейчас? Я говорю, королева. Он говорит, ну если она хочет, чтобы я снял королеву, то пускай идет к обычному фотографу, да, и делает эти фотографии дурацкие, знаете, там, односложные. То есть мне надо включить, чтобы показать человека разные архетипы. Ну, то есть, когда в нем есть много чего-то, то есть она тут и шлюха, она тут хранительница очага, и она и женщина-мать, она и то есть чем больше, тем объемнее человек в этот момент, да, тем больше, тем лучше себя проветривает. И он говорит, ну если бы она пришла без олигарха, я бы, может быть, и шлюху включал. Но раз она с ним, да, то я включаю там хранительницу очага, колбаску. Это же прикольно. Она и королева, и колбаску режет. Да, растащить по полюсам. А дальше, когда мы уже ушли от другого разговора, он сказал удивительную вещь, о которой я не думал, честно говоря, до 45 лет. Он сказал, женщина ищет мужчину, который проветрит все ее архетипы одновременно. Потому что, например, если она с ним только королева, то она расстраивается, потому что и шлюха с ним хочет быть, и маленькой девочкой хочет быть, и матерью хочет быть. А если он там с ней только шлюха, то тоже ей не здорово. Она, как же, я же королева, а я же там ну, женщина. То есть она хочет найти мужчину, который одновременно проветрит все ее архетипы. Да? Но если нет, она ищет разных мужчин, которые проветривают разные ее архетипы. Вот, поэтому это все, что я знаю о женском счастье, к сожалению, извините. Поэтому я говорю про мужской клуб. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Время пролетело.